Так, ну у нас все готово, давайте будем начинать потихоньку. Меня зовут Андрей Дорожный, я дата-журналист и дизайнер инфографики. Вот эти два дня я буду с вами на этой секции журналистика и визуализация данных. Вот, и будет, чем эта секция отличается от прошлогодней и позапрошлогодней. Очень приятно, что часто в программе, когда читаешь секцию по журналистике данных или дата-журналистике, все как-то пишут, там, мы журналисты или там дизайнеры или кто-то еще. В этом году у нас прям почти все дата-журналисты. Это очень здорово. То есть у нас появилось какое-то самоопределение. Все смогли сказать открыто, я дата-журналист, я с этим живу. Вот, это очень здорово. То есть нас стало больше, и отчасти, возможно, из-за подобных мероприятий, на которых мы общаемся, да, и обмениваемся опытом. Что еще хочу сказать? Наша программа, наша секция будет состоять из трех основных блоков. Это первое, это, собственно, кейсы из дата-журналистики. Да, то есть это лучшие кейсы дата-журналистов из России. Да, это свежие кейсы, которые сделаны за последний год. Второй большой блок — это визуализация данных. У нас вот сегодня будет одно выступление по автоматизированной графике эфирной. Завтра у нас с утра в 10 утра будет очень классный мастер-класс от Дениса по инструменту Notebox. Всем рекомендую, потому что это очень классный инструмент, который я давно хочу освоить, но все лень. И кроме того, завтра Алексей Новичков, руководитель студии инфографики ТАСС, прочтет лекцию о трендах в дата-журналистике. Вот, это второй блок. И третий блок, о котором в этот раз будем очень много говорить, это преподавание дата-журналистики, то есть о том, как же нам вырастить тех самых дата-журналистов, да, которые в том числе выступают и сегодня. И с этой темы мы начнем. У нас сейчас будет дискуссия на тему, как же преподавать журналистику, как преподавать дата-журналистику. И в ней сегодня у нас будут участвовать, во-первых, это руководительница магистерской программы журналистика данных Высшей школы экономики Тина Бережная. Это тот человек, который занимается обучением дата-журналистов на университетском уровне в одном из лучших университетов страны. Вот, ее выпускники работают во многих крупных изданиях, российских и не только. А второй человек, который преодолел несколько тысяч километров, чтобы сегодня быть с нами, это Анастасия Валеева. Это преподаватель в университете АУЦА. Она работает в Бишкеке, это находится в Кыргызстане. Вот. И кроме того, она является сооснователем школы данных в Кыргызстане. То есть эта девушка, она в одиночку подняла дата-журналистику в Кыргызстане и в Бишкеке в частности, собрала вокруг себя очень большой комьюнити, и теперь у нее прям сильная команда, которая делает исследования на основе данных как в Кыргызстане, так и во всей Центральной Азии. Вот. И хочу начать нашу дискуссию с того, чтобы определиться с того, какие же навыки нужны дата-журналисту. Да, то есть какие навыки нам нужно, каким навыкам нам нужно обучить студентов, да, или журналистов, чтобы они смогли полноценно работать с данными, производить медиапродукт и полноценно работать в редакциях. Кто начнет? Да. А можно я, да? Вы знаете, я тут обнаружила такую удивительную вещь, поскольку и работаешь со студентами, у нас все-таки магистерская программа, ребята уже взрослые, понимают, зачем они туда пришли. Это не те, которые, ну давайте я себя попробую, если не получится, переведусь. Нет, это люди, которые приходят с абсолютно четким, однозначным намерением научиться именно этому набору скиллов. Вот. Да, Ксюша, вы же с таким намерением приходили, да? Вот, и... Надо сказать, что удивительным образом очень многие ребята, которые приходят вроде как бы с журналистским и медийным образованием, не имеют одной, мне кажется, основополагающей совершенно базы знаний. Они не умеют рассказывать истории и видеть лес за деревьями. И есть такая тенденция, знаете, очень много пересказывать данные. Вот дата-сторителлинг — это отдельный скилл, которому надо учиться и уметь не повторять то, что ты только что нарисовал на визуализации, а по-человечески рассказывать истории и просто дополнять их новым уровнем, каким-то дополнительным измерением, основанным на этих данных. Это... мне кажется, абсолютная основа основ. А инструментальная часть, да, это просто набор таких технических скиллов, который должен быть. Вряд ли мы будем когда-нибудь выращивать на программе Data Scientist, для этого есть вообще другие направления и другое образование, но понимание того, как работать с данными, чтобы их не переврать, потому что это вообще основная журналистская работа, да, донести информацию в максимально нетрансформированном виде, максимально вот чистую. Да? И как это предоставить публике в таком виде, чтобы публика вообще
вообще понимала, о чем речь, и как вот из этих огромных каких-то массивов живые истории рождаются. Вот это, мне кажется, основное, чему мы должны научить. Я думаю, здесь может быть очень много ответов в зависимости от того, кого мы хотим обучать. И это студент факультета журналистики или это журналист и студент какого курса и какой программы, да? То есть, если это студент бакалавра, как правило, основной скилл, которого у него нет, это критическое мышление, в принципе. Вот. И это критическое мышление, будучи примененным к данным, оно дает совершенно новый результат. Но, конечно же, если ты обучаешь взрослого журналиста, тебе не нужно ему объяснять, что там нужно задавать вопросы, нужно гипотезы какие-то ставить и так далее, да? А для меня, когда я обучаю студентов второго курса, основной там год, наверное, мы отрабатываем просто постановку гипотезы, чтобы она не разваливалась на кусочки. Вот. А если и это хочу просто заметить, вообще не технический навык, а это именно журналистский или даже, я не знаю, какой просто навык человека. Вот. А что касается технических навыков, мне кажется, так как дата-журналист — это человек-оркестр, то тут опять же вопрос, какой у нас есть формат для того, чтобы ему, его этому комплекту навыков обучить. Если у нас на это 2 года, это может быть каждый предмет, статистика, полугодовой курс, да? Если у нас на это всего лишь полгода, а то бывает и вообще там тренинги сейчас будем обсуждать, да, тоже форматы, бывает 3 дня, тебе нужно просто сказать, какие бывают описательная статистика и как она может быть применима в журналистике, и все. Вот. И один из основных навыков, опять же, это владение всеми навыками понемножку. И этот навык, который я бы назвала project management, потому что дата-журналистика — это отчасти и работа в команде, и работа с специалистами, которым нужно объяснить, да, что нужно сделать. И поэтому это вот какое-то глобальное видение задачи и умение довести от точки А до точки Б. Вот. Абсолютно согласен, особенно по поводу последней мысли, по поводу того, что в связи с тем, что дата-материал — это что-то такое тяжелое, долгое и нелегкое, вот надо относиться к этому как к проекту, да, то есть, правда, то есть рассчитывать силы, рассчитывать навыки. И я все-таки хочу вернуться вот к этим hard skills, то есть к тому, а что же все-таки нам важно, нам нужно. И здесь очень большой спектр навыков, то есть как и по сбору данных, как и по визуализации, да, как и по data storytelling. Но, как правильно сказали коллеги, важно то, что у нас был уже какой-то более-менее журналист. То есть важно, чтобы не нужно было им объяснять, да, что такое журналистика, да, что такое там факт-чек, проверка фактов и так далее. Вот. А что касается же навыков работы с табличками, навыки работы с графиками, то здесь мне очень нравится такой ремесленный подход. И в нем, как он работает? То есть вы сталкиваетесь часто с очень разными задачами. То есть сложно настроить этот конвейер, потому что когда вы делаете какой-то материал, часто бывает натыкаетесь на то, что вы не знаете или не умеете. И здесь очень важно уметь быстро учиться. То есть быстро схватывать и понимать принципы работы того или иного инструмента. Инструмент — это анализа или очистки данных, или визуализации. То есть, не знаю, появился новый инструмент, вы его бах, там, не знаю, час-два. И важно уметь понять, он вам подходит или нет, протестировать его. Вот. И постоянно пополнять свой инструментарий, потому что, особенно когда вы работаете без кода, как я, например, вот, вы постоянно сталкиваетесь с какими-то неочевидными задачами, нетривиальными. И вы должны уметь вот очень хорошо между этими инструментами лавировать, выбирать и подбирать его. Не знаю, у меня вопрос все-таки возвращается. То есть вы сказали сейчас про скиллы именно как журналиста. Вот. А что же по поводу вот, скиллов, скажем, по работе с данными, по визуализации? Я начну. Я думаю, самое основное, наверное, коллеги согласятся, это Excel. Вот, это просто работа с табличными форматами данных, и все, чему ты можешь научиться в Excel, ты потом можешь делать на других уровнях, но ну, основой — это просто работа с табличными данными для дата-журналиста, на мой взгляд. Вот. И, так, тут была какая-то мысль. Точно была. Давайте вы пока скажете, она сейчас придет.
Ну, абсолютно соглашусь. Работа с табличными данными — это основа основ, и без этого никуда, потому что дальше это как-то экстраполируется в разные другие инструменты. Ну, а что касается прочих инструментов, там той же визуализации и так далее. Ну, слушайте, мы живем в прекрасное время, когда эти инструменты один за другим вырастают просто в интернетах, большинство из них даже совершенно бесплатные. И тут вот прям моя огромная благодарность научному миру, который протарил нам эту дорогу и создал все свои вот эти вот сложные истории, из которых мы можем делать свои, по сравнению с наукой, очень простые графики. Вот, поэтому, в общем, ученые, спасибо вам, ребята, вы крутые. Вот, но сейчас мы просто находимся в такой среде, где их инструментов очень много. И вообще понимать просто, какой инструмент для чего работает, он, ну, это довольно просто. Они сейчас все стали интуитивные, все со всяческим UI, UX правильным. Это все хорошо. Самое главное при этом всем понимать, а зачем ты что рисуешь. Потому что есть какие-то такие совершенно дурацкие, типичные ошибки, которые я вижу даже в очень серьезных больших изданиях, которые пытаются свои материалы каким-то образом украсить всяческими там диаграммками и так далее, и они не могут выбрать диаграмму, которая реально показывает их данные. Ребята, ну как так? У вас сидит художник, который это все прекрасно рисует, а вы не можете ему объяснить, как одно относится к другому внутри вот этой вот маленькой системы, которую вы создали. Вот это вот понимание, оно, конечно, абсолютно основное. Донести, как это работает. И еще одна важная вещь, которую мы тоже учим, это психология восприятия всех этих вещей. То, как человек просто своими глазами, чисто физиологически, видит все вот эти штуки, как они работают для тех, кто это воспринимает уже потом в аудитории, в зрителях, в читателях. Вот. Поэтому главное — это понимание всех вот этих соотношений и того, как люди это будут воспринимать. А инструментарий — это уже накладывается сверху. Через 5 лет инструменты все будут другие. Зацикливаться на изучении каких-то определенных инструментов можно, но не нужно, это вредно. Надо показывать, что вот есть постоянно возрастающее новое поле инструментов. Более того, мы живем в идеальное время, и мы этому учим своих ребят. Мы живем во время, когда каждый может создать свой инструмент. Это так здорово. Сколько замечательных инструментов придумано Knights Lab. Они придуманы именно журналистами в университетах, которые поняли, что для обучения им не хватает каких-то конкретных вещей, сейчас пользуются ими там во всем мире, ну, все, кому не лень. Да? Что мешает нам самим? Вот у нас многие ребята увлекаются программированием, они однажды раскусывают, насколько это классная штука, и у них прям начинается поток работы. Да? Они начинают придумывать какие-то самостоятельные инструменты, которые здорово работают, решают не только их журналистские задачи, но и помогают сразу многим людям. Почему нет? Что остановит журналиста в том, чтобы создать инструмент самостоятельно, если у него достаточно навыка? Но самое главное — понять, как одно женится с другим, и почему это именно так будет увидено нашей аудиторией. Она вернулась, да. Она как раз связана с тем, над чем вы закончили говорить. Мне кажется, мы опять же должны понимать, у нас есть университетское образование, да, дата журналиста. Имеет ли оно место быть вообще? И это более глобальные дискуссии о том, как в современных вузах должны обучать журналистике, и должны ли, да. Вот. И мне кажется, вузы, они должны, по идее, давать некое фундаментальное знание, то есть представление о том, как работает какая-то система, да. И вот поэтому именно очень сложно в науки в сфере дата-журналистика, которая сама только обретает форму, уже преподавать, ну, скажем, ее теорию, да, ее какие-то вот эти фундаментальные вещи, и их нужно из чего-то складывать. И все, из чего состоит дата-журналистика, она должно быть, по идее, как бы переписано под журналистику. То есть это должна быть статистика для журналистов, визуализация для журналистов и так далее. То есть мы, как там, коммуникаторы, да, это должна быть новая, ну, область деятельности, которая состоит из блока вот этих дисциплин. Да, и как правильно сказала Настя, что вот это вот все для журналиста, то есть по чуть-чуть ото всего, и вот как раз из этого собирается, скорее всего, такой общий спектр, то есть немножко навыков визуализации, да, какую диаграмму выбрать, немножечко из данных, да, что там из статистики, да, и так далее. Вот этот как раз создает... Ну, вот мы делаем такую работу, мы с преподавателем, перед тем, как они запускают у нас курс, мы с ним проговорим, а что конкретно делает человек на своей работе, когда он занимается непосредственно исследованием в области даты журналистики, а ему вот это надо зачем? А тут он какие задачи решает? И у меня каждый преподаватель обычно спрашивает, а что ему в результате потом понадобится? И, соответственно, программа строится уже исходя из конечной цели. То есть мы в этом смысле идем от цели к, собственно, составу программы. Ну вот, да, особенно еще вашего университета, он все-таки ориентирован на вот эти практические знания, потому что не во всех университетах так это работает. То есть все-таки вот это вот излишнее нагружение ненужными... Да-да-да.
Можно еще добавить? Я тут подумала о том, что вот когда люди пишут дата-журналистский там материал, и они вот, мне кажется, было такой поиск правильного слова, как определить статью. Кто-то писал дата-журналистское расследование, кто-то писал дата-журналистское исследование, да, и в целом, мне кажется, если обобщить, то большой дата-журналистский материал — это похоже на research. На research, у которого есть там research question, и реально сначала, знать, ну, какая-то теория, грубо говоря, методы, твои находки, и еще потом презентация этого всего. Вот. И, может быть, это и есть тоже то, где университет может стать уникальным предоставителем этого сервиса. Как обучить делать ресерч журналиста? Ну вот, к сожалению, в условиях, мне кажется, медиа нет столько времени на такой вот прям ресерч. Ну то есть медиа работают как фабрика. Ну в смысле, они должны быстро выпускать. То есть у тебя нет, редко у кого есть месяц. Это прям непозволительная роскошь в основном для большинства изданий. Большинство изданий — это день, максимум неделя. Ну, то есть, правда, материал в день — это правило во многих редакциях существует, и многих журналистов оно держит и не дает им делать большие истории, в том числе и дата истории, к сожалению. Ну, мы же все знаем долгоиграющие истории, которые там кто-то работает год, ну, не фулл-тайм, естественно, и это все замещается финансово, там, с грантами и так далее. То есть, или там вообще в выходные просто люди работают над историями, которые им хочется сделать, да, то есть хорошая вещь много времени занимает. Я согласен, да, но кушать нужно каждый день, я считаю. Но вот именно поэтому уже сейчас, при том, что дата-журналистика — это вообще новая штука, уже ее успели профанировать. Вот правда, мы вот недавно говорили с нашим преподавателем motion design для наших ребят. Он говорит: я понял, почему мастера древности создавали такие величественные работы, которыми мы восхищаемся сотнями, иногда тысячами лет. У них было время это сделать. Он посидел, подумал, и только потом пошел там мрамор отсек кусок. А у нас сейчас все с колес, естественно, качество падает. И мне вот, например, кажется, что в какой-то момент надо уже просто вот останавливаться и говорить: на это надо действительно вот столько времени. Я могу сделать сейчас, но это будет фантик. Если вы хотите настоящую конфету, подождите 2 дня. Вот. И это отношение в редакциях, оно тоже, наверное, должно поменяться, потому что в какой-то момент, в конце концов, статистика посещения онлайн должна показать, что качественный материал собирает больше и дольше аудиторию. Вот я на это очень уповаю. Ну, здесь какие метрики мы убираем, да? То есть, если раньше все гнались за просмотрами, сейчас уже метрики стали глубже, да? То есть метрики. Да, то есть все стало сложнее. Вот, я, к сожалению, не такой большой специалист, поэтому да, я скорее специалист по данным по визуализации. Но тем не менее, да, то есть важно в этом плане важно дату журналисту продать свою историю еще. Ну, это тема, мне кажется, для отдельной дискуссии, да, которая, наверное, будет не сегодня. Хочу обратиться к другому вопросу. Раз уж мы поговорили про время обучения, да, то есть сколько там, за сколько времени можно обучить дата-журналиста, есть разные форматы, да, то есть, и мы занимаемся даже с коллегами разными форматами, то есть по длительности. То есть как можно учить? Можно учить магистерскую программу, да, которая длится 2 года, вот, в которой студенты постигают прям все необходимые навыки, да, прям глубоко, пространно и с большими экзаменами, зачетами, что-то. А, только экзамены, окей. Вот. Либо же это, как, например, делает Настя, да, то есть она тоже учит, учит журналистов, да, тоже какой-то временной период. Вот. И я, например, часто провожу всякие тренинги, вот, то есть какие-то более краткосрочные вещи. Вот. И хочется поговорить о плюсах и минусах этих форматов. Давайте как-то это обсудим. Мне кажется, задача разных форматов тоже различаются, и это нормально. То есть тренинг, который длится там 3 дня, да, у него изначально не должно быть такой задачи. Эти тренинги, по крайней мере, в Кыргызстане, где я работаю, как правило, заказчики тренингов — это доноры, и вот именно с донорами нужно работать в первую очередь и им просто внушать, что за 3 дня вот только это возможно, только чтобы люди вдохновились немножко и пошли домой. То есть то, что они сделают какую-то историю, это нереальное ожидание. Вот. А дальше уже надо смотреть, чего ты хочешь достигнуть. И мне кажется, даже мы основали вот школу данных Кыргызстан, чтобы у нас была возможность самим вырабатывать
разрабатывать форматы, которые нам кажутся наиболее эффективными в плане обучения журналистов. То есть до этого мои коллеги и я, мы были такими исполнителями вот этих заказов доноров на какие-то там, как правило, трехдневные тренинги, да, самим нам, ну, вроде как ты тоже учишься, ты не сразу понимаешь, насколько это неэффективно, а потом, когда понимаешь, ты хочешь уже сам написать какой-то там проект, чтобы, ну, вот это применение опыта, оно быстрее превращалось в воплощение на практике. Вот. Но и тут тоже не без проблем. То есть у меня в университете есть курс, который идет 2 года, то есть 4 семестра. И тоже нельзя сказать, что, например, все люди, которые его закончили, стали там дата-журналистами. Ну и ладно. Вот. И у нас есть годовая программа, мы ее делаем с Internews Kyrgyzstan. В течение года у нас люди делают истории, мы их постоянно менторим, и, то есть это просто обучение на практике. И тоже ну, довольно много было, как это сказать, frustrations. В общем, не все удалось просто, да, и ты просто, какая бы ни, это не только длительность программы, это и успешность ее определяет, да, поэтому там столько факторов, что, может быть, иногда трехдневный тренинг полезнее будет, чем годовая программа. Тогда, наверное, скажу я. Да, это правда, что есть проблема с тренингами, да, и которые длятся слишком мало, да, то есть количество знаний, которые мы хотим донести, очень велико, да, и часто, то есть особенно когда люди приходят с разным уровнем, да, то есть кто-то понимает, что такое Excel, кто-то ни разу не открывал, кто-то очень, как часто бывает, кто-то думает, что его открывал, но на самом деле не открывал, то есть это прям самое распространенное. Для этого есть пререквизиты для участия в тренинге. Да, да. Да-да-да, я согласен. Вот. Но тем не менее, то есть обычно уровень разный, и вот это вот стремление, да, за 2-3 дня постичь все, оно обычно, правда, не работает. Скорее, мы вдохновляем за эти 2-3 дня. А мне вообще кажется, что вот прийти просто и рассказать людям, что такая штука работает, и вот реально это магия, когда у людей на глазах из месива какого-то ужасного вдруг появляются живые истории, и которые внезапно оказываются важными для какой-то жизни, это вообще, ты чувствуешь себя, вот, ну я точно Гермиона и Грейнджер, потому что это блеск, хопа, магия, и у людей начинают загораться глаза, они влюбляются в это ничуть не меньше, чем мы все здесь. Да? И вот это, мне кажется, как раз и есть основа, как только начинает возникать эта вот влюбленность, вот в умении рассказать историю глубже, больше, дальше есть уже с чем работать. И дальше уже человек, если ему надо, он доберет это онлайн-курсами там каком-нибудь EDX, получит, я не знаю, летний семестр Стэнфорда, там, неважно, что угодно, будет учиться здесь на всех тренингах, но по кусочкам сам этот пазл соберет. Другое дело, что когда это делается самостоятельно, зачастую это очень все разрозненные кусочки, не создающие общей картины. А задача, собственно, образовательных программ как-то вот простроить вот эту вот траекторию, чтобы человек в результате пришел к какому-то набору базовых навыков. Я даже уже не говорю о том, что научить всему, да, но научить учиться. В этом смысле у меня подход, как у бывшего IT-директора, очень простой. Да? Если ты занимаешься чем-то связанным с IT, ты постоянно учишься. Если ты сегодня не учился, ты отстал на 3 месяца. То есть надо учиться каждый день. Если ты чего-то новенького не добрал, каждый день. Ну все. Да, совершенно верно. Еще мне кажется, что очень важно вот не только вдохновить именно того, что мы можем делать, да, какую магию мы можем с данными, например, делать, то есть какие истории мы можем делать на основе данных, но и дать потрогать. Ну, то есть, вот я сейчас на тренингах, там, не знаю, сейчас мы сделаем карту за 10 минут. И мы снимаем это возражение, да, то есть человек приходит, который он не понимает, что это так просто, да, то есть ему кажется, что это там, не знаю, годы учебы Питону, потом R, потом что-то еще, да, или там, не знаю, дизайнерское образование, да, какое-то еще. То есть, когда человек делает за 10 минут там свою карту, да, там, не знаю, карту точечек там, или карту с полигонами, он прям вау. То есть он прям пошел домой и такой: дай-ка я типа еще что-нибудь покопаю, да, дай-ка я сделаю какую-нибудь историю, да, я наконец-то доделаю все то, что я хотел до этого сделать, да, но не знал как. Вот, это тоже очень важно, то есть прикоснуться вот к этим инструментам, то есть понять, что это все реально и все это можно, это тоже важно, мне кажется, в процессе тренингов. Вот, а все же по поводу университетского образования, то есть что, то есть нужно ли, например, программирование преподавать вот, для дата-журналистов? Слушайте, программирование стало уже настолько простое, что, наверное, нужно. Ну, в конце концов, вот мне кажется, что дата-журналистики учить 2 года, конечно, можно, но надо идти дальше. Поэтому, собственно, развитие программы в том, чтобы научить людей тому, что сейчас стало называться augmented journalism. То есть умение использовать весь огромный мир технологий для решения журналистских задач. В том числе и программирование. Почему нет? Если ты при помощи каких-то программных кодов добиваешься большего, лучше работаешь с источниками, разумеется, ты должен уметь программировать. Потому что в любом случае, что бы мы ни делали в журналистике, наша задача
работать с источниками, корректно получать информацию, корректно интерпретировать. Да? И если для этого есть такой инструментарий, значит, надо его знать. Да, мне, кстати, кажется, что программирование — это такой add-on, который должен быть, наверное, не для бакалавров, наверное, и, может быть, не обязательно обязательным предметом, да, простите за тавтологию. Я к тому, что чему мы обучаем в университетах, зависит от госстандартов. Вот. И, собственно, эти госстандарты, они на самом деле поддаются определенному толкованию. Потому что там, если в Кыргызстане, например, почитать госстандарт, там написано, что журналист должен уметь работать с базами данных, что-то такое, с базами информации. Да? И, в принципе, если у вуза будет там достаточно амбиций, да, они могут сказать, сейчас мы вводим дата-журналистику как обязательный предмет, потому что в современном мире это просто правило там, гигиены и правило работы с данными, это надо знать. Вот. Но пока такого у нас не происходит, но мне кажется, что надо разделять на какие-то базовые навыки. И вот я бы очень хотела увидеть в вузах для бакалавров работы с данными просто как предмет. И надо делать какие-то концентрации. Вот у нас есть в журфаке АУЦА, это американский университет в Центральной Азии, там внутри журфак ты можешь делать концентрацию по пиару или концентрацию по дата-журналистике. Это значит, что ты берешь вот эти все вариативные курсы и, там по визуализации, все, что вот статистика и так далее. И туда может входить и программирование, но его сейчас нет. Вот. Как-то так. Да, и по поводу программирования, опять же, сколько часов нужно потратить, да, обычному журналисту, да, чтобы вот это постичь? То есть если который, например, не учится в университете, да, то есть ему нужно часть своей жизни посвятить этому коду, да? И вопрос, это порядка 60 академ-часов на Корсере. Ну, плюс еще часов 80 на домашке. А дальше уже есть готовые библиотеки, которые надо научить пользоваться, они там за тебя уже все делают. Надо, вот это прекрасно, опять-таки, мы живем в прекрасное время. У нас в большинстве случаев не надо знать, надо знать, где посмотреть. И вот когда ты это понимаешь и понимаешь, как это все работает внутри, моментально готовые решения, написанные за тебя серьезными ребятами в свитерах с оленем, они начинают на тебя работать. Это очень здорово. Вот почему нет? Если есть возможность выучить дополнительный инструментарий для решения неортодоксальных задач, мне кажется, что это просто надо вот хотя бы для себя. Да. Ну и вот важно, опять же, то, что мы уже говорили, разрабатывать эти программы, да, то есть фокусировать внимание журналистов, да, дата-журналистов, будущих фундаментом, да, то, что программирование — это не вот, это вот конкретные вещи. То есть вот эти 140 часов на Каусере, да, там, или 140 часов в вышке, неважно, да, где, и там плюс готовые библиотеки, да, то есть фокусировать на них внимание. То есть вот там библиотека для очистки данных, да, там вот парсер, да, там вот там библиотека визуализации и так далее. Вот опять же, мне кажется, таких программ пока не хватает. Вот таких вот фокусированных программ для журналистов. Но я хочу сказать, что даже уже первый курс, на котором ребята учили всего полтора модуля программирования, это 2,5, почти 3 месяца, да, уже дает результат, потому что вот недавно прошла Всероссийская студенческая олимпиада, называется «Я профессионал», и в части журналистики мы даем нормальное такое небольшое, прям крошечное, но дата-журналистское задание, где мы представляем прям готовые датасеты, чтобы люди во время состязания не убивались о поиск. Более того, не во всех университетах достаточно хороший интернет, и чтобы можно было скачать это все из разных источников. И один из ребят в магистратуре просто написал маленький программный кодик на основе вот совсем основ Питона, который дается у нас в университете. И этот кодик позволил ему получить очень хорошие оценки, потому что он добавил к своему и без того замечательному рассказу еще одно дополнительное измерение, еще один взгляд на проблему, вот буквально просто немножечко подумав и немножечко приложив ума. Мне кажется, что это вот, когда так видишь результат, происходящий так быстро и здорово, это вдохновляет и нас как преподавателей. Если, опять же, про университетское преподавание, да, говорить, то мы можем очень сейчас здорово договориться о том, как это должно быть, но у нас будет сразу же большая проблема, кто это будет делать. То есть, мне кажется, проблема преподавателей, да, особенно не только, например, в одном вузе, а чтобы это вообще стало некой системой журналистского образования, это большая проблема. И там, в частности, мои друзья, которые ходили на курсы программирования в университетах Кыргызстана, там, оказывается, QBasic еще где-то там преподают. Вот, то есть, преподаватели же сами, они не прокачанные, да, их, может быть, надо в первую очередь прокачать. Вот, и программисты, которые высокооплачиваемые, их нужно как-то замотивировать или вообще
как-то пробоно, чтобы они шли, да, потому что не конкурентен вуз как рабочее место для таких специалистов. Это одна из проблем, потому что как только журналист начинает понимать в IT, он уходит в IT. Ну, даже не в этом дело. Но я, кстати, вот хочу сказать, что из практики я вижу, что люди, у которых большой опыт работы в какой-то сфере, в которой они уже реально очень много знают, в какой-то момент, не всех, но определенных людей, это, видимо, не знаю, склад ума или какие-то душевные характеристики, у них прям начинает изнутри вот это рваться необходимость поделиться своим знанием. Самое вовремя, мне кажется, вот задача вовремя увидеть таких практиков, быстренько взять их в охапочку, сказать: ты мой хороший, иди к нам. И они прям: да-да-да, я иду к вам. Вот, потому что зачастую это делается не из-за финансов, а из-за того, что есть вот эта необходимость не убить вот это вот все знание в себе, а успеть его отдать кому-то, чтобы оно дальше как-то жило и развивалось. И реально такие специалисты есть, и слава богу, что они есть. Очень здорово, что они на призыв «а давай мы поработаем над этим в университете» откликаются радостным «да». Вот. Ну, понятно, да, что было бы здорово, чтобы преподавание в университете приносило какие-то бонусы к карме, я не знаю, или к статусу, или общественному уважению. Но при этом сам факт, что такая необходимость в людях есть, мной, например, совершенно бессовестно эксплуатируется. Настя, ничего сказать. Тогда у меня еще вопрос. Когда мы, например, учим дата-журналиста, вот я, например, смотрю много зарубежных, да, команд, изданий, которые работают в этой сфере, и у них работают команды, правда, в основном. То есть у них там есть, не знаю, дата-отдел, там, не знаю, New York Times, дата-отдел The Guardian, там, не знаю, и так далее. Вот, и они все работают там в команде. То есть у них есть один глава-журналист, да, который у них дата-журналист, и там у него есть программист, да, который бегает и ждет, когда ему дадут там задание на парсинг или на очистку данных, да, и есть там дизайнер, да, который всю жизнь визуализирует данные, вот, который занимается уже там как визуализацией для исследования, да, так и визуализацией уже для пользователя, то есть готового материала. Вот в России практика скорее таких индивидуальная, да, то есть у нас очень мало, по-моему, дата-отделов, есть такой вот дата-отдел «Новой газеты», очень знаю, что там работает команда. Вот в основном дата-журналисты, они такие прям одинокие волки, бегающие в поисках историй, в поисках данных, кто бы им что-нибудь там спарсил, загеокодировал и так далее. Вот, то есть как вы считаете, все-таки нужно воспитывать такого человека для работы в команде, либо нужно воспитывать такого вот человека-оркестра, который знает все и может все? А как это другому противоречит? Уметь делать и так, и так? Не знаю, мне кажется, что разные подходы. Ну, в смысле, разные спецификации. Ну, то есть ты можешь быть, там, не знаю, визуализатором данных, да, быть дизайнером и прям прокачивать себя в этом. Это отдельная сфера. Есть, не знаю, вариант, ты программист, ты айтишник, да, и ты прям вот прокачиваешь себя там в парсинге, например, или в очистке данных. Вот другое дело, когда ты как бы и очистка, и парсинг, и визуализация, и текст, еще и продвижение материала и так далее. Я попробую ответить. Я не то чтобы очень глубоко занималась изучением зарубежных редакций дата-журналистики, но, насколько я знаю, там по-разному дела обстоят. То есть там от одного человека, просто one-man desk, до маленькой дата-редакции, которая, сразу скажу, мне кажется, идеальным форматом, когда примерно там 4, 5, 7 человек, есть обязательно редактор, дата-редактор, да, есть несколько дата-журналистов, есть, допустим, дизайнер, и разработчик какой-то, да. Вот. Это, кстати, не кейс ни в New York Times, насколько я знаю, ни в Guardian, потому что в New York Times там 40 человек отдел дизайнеров, да, и, как вы понимаете, это усложняет вообще процесс. То есть это, собственно, и не маленькая редакция, а это там куча отделов на разных этажах и так далее. Вот. А в Guardian там же все менялось, и там со времени ухода Саймона Роджерса уже много воды утекло, и Пельхофер уже ушел, и уже, по-моему, все ушли оттуда. И, собственно, там же под конец была Хелена Бэнксон и там Киллен Барр, то есть две девушки, которые дата-журналистки, которые как бы все типа умеют делать. Вот. И они там половину работы просто пытались предложить вот какие-то даты-истории другим отделам, типа отделу спорта, отделу образования, и так далее. Вот. И поэтому, мне кажется, много есть вариантов, как работать. Я тоже согласна, что обязательно человек должен быть видение. Вот это самое главное. У дата-журналиста он может привлечь на работу крутого дизайнера, потому что иногда, ну, невозможно знать все одинаково хорошо. Да? И так далее. И также тебе нужны иногда сложные технические задачи сделать, которые не нужно, чтобы ты делал, мне кажется, сам руками. Вот. Но уметь давать ему фидбэк и уметь там, видеть, где визуализация
манипулирует, ну, нечаянно, да, вот как это неправильная визуализация, уметь вот это все делать, это нужно обязательно. Ставить задачи, то есть, получается. То есть ставить задачу программисту, ставить задачи дизайнеру. И быть таким вот этим project-менеджером, который все это курирует, все это осмысляет и видит. Мне кажется, что еще и не project-менеджер, а еще и product-менеджер в какой-то момент. Да, потому что вот я сейчас сталкиваюсь с тем, что некоторые редакции, они так стараются, они так делают такой классный материал, но почему-то не идет. А потом приходит человек с совершенно техническим взглядом, какой-нибудь прям реальный продукт, который делал, я не знаю, чекаут 100 магазином. Говорит, ребята, а ведь это работает не так. И занимается непосредственно вот этим вот продуктовым менеджментом. Может быть, это тоже как-то станет каким-то мейнстримом. Но пока я вижу совершенно единичные случаи по миру, чтобы такое происходило. Да, это классно. Это такая журналистика журналистов, а не журналистика редакции уже получается скорее. Да, и вот мы заговорили про редакции, про внутриредакционное взаимодействие, да, вот этого дата-журналиста. То есть вот вариант, как я понимаю, когда вот эти девочки бегают по отделам, ищут какие-то дата-истории в других отделах. Вот. Либо же другие журналисты оказывают поддержку, да, тем журналистам, которые работают с данными. То есть они помогают как эксперты. Да. То есть, например, я там хочу сделать сегодня там дата-историю про, не знаю, там, гендерное неравенство, завтра про экономику, а послезавтра там про, я не знаю, про беженцев. Вот. И в этом плане, да, он такой дата-журналист получается такой между, такой междисциплинарный человек. Вот. А если мы говорим про не про университет и не про тренинги, то есть можно ли вырастить сама редакция дата-журналиста? То есть может ли она его прям как-то замотивировать? То есть есть человек, да, который заинтересовался данными, но он вот говорит, вот не знаю, мне надо не один день на материал, да, мне надо, там, не знаю, месяц на мой дата-материал, вот дайте мне его, а еще оплатите мне курсы или что-нибудь еще, или давайте я просто там месяц поучусь, а потом к вам приду. Вот насколько это реально и насколько это вообще работает? В идеальном мире, которого не существует, кроме как в нашем прекрасном воображении, есть редакция, которая радостно формирует четкий, однозначный, понятный запрос на те виды дата-журналистских работ, которые нужны конкретно в этой редакции. И говорит, вот у нас есть умные ребята, давайте мы их научим, потому что они уже показали свой класс нашей редакции. А теперь, но так не бывает. Потому что, к сожалению, то, о чем мы говорили, текучка, необходимость вот этой вот постоянной работы. Другое дело, что в редакциях периодически возникает какой-то отдельный инициативный человек. Хорошо, если редакция понимает, зачем это надо. А так я слышала, например, когда мне коллеги рассказывали совершенно замечательные оговорки, типа, ну какой там Росстат? Кто эти данные вообще туда собирает? Сам придумал, сам проанализировал бугага. Вот. Но вот правда, вот цитирую. Поэтому мне кажется, что здесь такой очень сложный процесс, потому что надо и образовывать редакции, и руководителей редакции, и тех людей, которые в конце концов оплачивают журналистскую работу. Да? А зачем это надо, в каком виде это бывает? Вот. И не мешать журналистам развиваться сами, потому что многие просто учатся сами. Мне кажется, что большинство ребят, которые сейчас успешно этим занимаются, они все-таки по большей части самоучки. Вот как раз поделюсь кейсом. Я работал в одной редакции. Вот. И как раз была ситуация примерно такая же. То есть часто редакция просто не понимает, что это такое, что такое вот эти данные, да, то есть зачем это нужно, как это повлияет, вообще, как это, какие будут, грубо говоря, называется, пруфы от этого материала, да, то есть какие у них будут от этого показатели, какие будут метрики. Вот. И часто это все начинается, правда, с шуток. Ну, то есть, что ты там опять свои данные раскопал, там что-то big data, не big data, то есть это. Но потом эти шутки. Да, как-то мне сегодня не бигдата, да. Вот. Но когда единственный, мне кажется, способ здесь — это сделать материал, который, правда, будет иметь успех. То есть, и когда ты это докажешь, да, то тогда уже ты можешь. У тебя есть карт-бланш на обучение, у тебя есть карт-бланш на время и так далее. Вот, это, на мой взгляд, наверное, единственный способ. Да, я добавлю про обучение в редакциях, да. Я скажу про два формата, которые у нас действуют. Первый, как я уже говорила, мы берем 6 человек, в течение года мы их обучаем. То есть фактически это 5 дней интенсива и просто базы какие-то, основы журналистики данных. И потом мы должны сделать за 2 месяца одну историю. Ну то есть вот 2 месяца, да, естественно, не фулл-тайм. И единственный коммитмент, который мы просим от их редакции, это чтобы им давали время этим заниматься. Но, естественно, они это часто совмещают со своей работой, то есть я имею в виду, они по вечерам и по выходным и так далее. Вот. И еще, конечно, нам нужно от редакции тоже
Не так, чтобы они просто ставили все, что мы им дадим, а хоть какая-то тоже поддержка редакционная по продвижению материала и так далее, потому что мы делаем контент, но как бы не все далеко в наших руках. А цель материала, естественно, чтобы он стал успешным. То есть на самом деле цель дата-журналистского материала, мне кажется, как и расследования, они очень похожи, мне всегда так казалось, по там, эпистемологии и по вообще там задачам, да, журналистские расследования и дата-журналистика. Найти что-то новое и изменить каким-то образом систему, не случай, частную систему. Вот. И недавно был кейс, который нас очень порадовал. То есть мы старались сделать побольше таких историй, и в конце к нам обратилась редакция, которая сказала, что они хотят для всей редакции курсы, чтобы мы им сделали. Вот. Какие-то долгосрочные, типа по вечерам, несколько раз в неделю. Так что мы будем работать над этим. И мне кажется, это как раз и сработало, вот, как эта миссионерская деятельность, отчасти за счет истории, отчасти за счет того, что мы куда-то ходили, там два часа что-то рассказывали. Вот, и оно когда-то там созрело, наконец. Мне это как раз помогает, вероятно, в редакции выявить тех людей, которым это интересно, которые узнают, что есть такая дата-журналистика. То есть мне часто присылают письма, что вот я сегодня узнал, что есть такая дата-журналистика, то есть она вообще существует. Вот. И, вероятно, вот такие тренинги для редакции, да, групповые, они могут помочь именно зажечь каких-то прям интересующихся. То есть я думаю, что вряд ли все этим захотят заниматься, но какие-то люди это точно. Да, вот я думаю, что мы перейдем к вопросам. Это будет, наверное, лучше в режиме интерактива. У меня короткий вопрос. Вы упомянули историю, после которой редакция заинтересовалась, да, датой и попросила вас провести там курсы. Что это была за история? Спасибо за вопрос. Дело в том, что, мне кажется, это не была какая-то одна конкретная, поэтому мне сложно. Но я попробую сформулировать то, что я точно помню, что так привлекло внимание. Ну, просто два человека из этой редакции проходили как раз тренинг. Просто сам тренинг, ну, понравился. И они пришли в редакцию и рассказали про этот тренинг. То есть, во-первых, вот это вот точно явно сыграло значение, потому что именно эта редакция попросила потом для всей редакции. Да? А второе, у нас были истории, мы их делали вместе с ООН «Женщины». Я завтра буду показывать эти истории, по крайней мере, несколько. Это такие мультимедиа-истории про гендерное неравенство, про там, неравный доступ там, к образованию, к высокооплачиваемым профессиям и так далее. И они просто так были вкусно сделаны, что ну, вот как-то разошлись они там по соцсетям и так далее. Вот получилось. У меня вопросик такой. Даже не один, а сразу три я задам, чтобы больше отстать. Начнем с первого. Про дату, слово, как бы все знают. Ничего нового не изобрели. Телевидение, журналистика. Это там информация, дата. Расскажите. Я сейчас три вопроса, а потом отвечайте. Дальше. Интернет, журналистика. Существует? Существует. Там тоже есть определенный формат, где присутствует дата журналистика. И последний вопрос про дополненную реальность, виртуальный эфир. Мне скажите, в каком формате сейчас в мире вообще есть тенденция по применению дополненной реальности в той же журналах, в телевидении, как это смешивать, потому что мы этим занимаемся. Мы уже продюсируем, у нас есть проекты, мы это прокачиваем, нормально у нас все великолепно идет. И по поводу, когда вы говорите, что Excel не разбирает, меня, честно, пугает. Как может не знать журналист, что не знает таблицу Excel? Ну это как? Спасибо. Там, скажем, много способов, как они могут не знать. Слушайте, ну данные есть везде. Дата, слушайте, я очень давно училась в первый раз работать в редакции, и тогда, я помню, на меня Леша Дрыгас очень страшным голосом кричал, что даты только памятные, не устраивай тут мне из газеты датский уголок. Поэтому для меня все равно дата и данные — разные вещи, да, вот данные. Вот. Да, данные есть везде, это теперь такой же нормальный источник информации, такой же source, как и истории, люди и так далее. Почему нет? Почему ты сработаешь с ними? Другое дело, что способы представления на разных платформах разные, но это очевидно, как бы, да, вот я совсем уже такие базовые вещи говорю. И в какой среде будут процветать, собственно, проекты журналистики данных? Ну, видимо, в такой, где люди научатся правильно, люди, конкретная команда, да, которая делает этот проект, или человек, который делает проект, делает его удачно и хорошо, и классно это продюсирует. Потому что, например, тот же Guardian, о котором мы говорили, сколько было классных проектов, а потом все скатилось в одинаковые диаграммы с оттенками голубого. Вот. Ну вот, да, казалось бы, такая платформа, где все вот новое используется, пожалуйста, идите, работайте, а там вот пш, и все. Или тот же BBC, который никогда вроде бы
не увлекался data journalism в чистом виде, но они сделали свой BBC News Labs, и внезапно у них такое количество разных инструментов, которые они используют вообще на всех платформах, на которых они в том или ином виде присутствуют, и для них это замечательно работает. Причем это работает у них не только в каких-то новостных историях, а в их замечательных образовательных и научных программах и так далее. Почему нет? Да, инструментарий тот же, они его просто начали применять гораздо шире. Очень здорово. Вот. А что касается AR-VR, ну, с VR понятно, в какую сторону все движутся, но что касается AR, пока, вот, честно сказать, я не видела каких-то там прям, ну, совсем таких вот многомерных проектов, которые бы вот при помощи AR добавили совсем уж новый уровень непосредственно к журналистике. Да? Есть какие-то классные рассказывательные истории, там та же «Черная дыра» у РИА, или вот как на Halloween The New York Times вот в минувшем году сделали совершенно забавную историю со всеми видами жуков, которые водятся в Нью-Йорке. Да? Это было очень забавно. На газету там, на страничку их наводишь, телефончик, и там, пожалуйста, все заползло и зашевелилось. Вот. Но пока, честно сказать, вот не вижу какой-то супер идеи, которая позволила бы вот эти проекты делать каким-то новым восприятием реальности, новый, собственно, по-русски принято переводить augmented, так, reality как дополненную, да, вот именно дополнять реальность какими-то новыми уровнями. И кроме того, до тех пор, пока мы находимся вот в этой технологической яме слишком долгого цикла производства этих проектов, они не знаю русского слова, английское newsworthy, да, вот у них этого нет. Вот. Ну, однажды мы к этому придем. Однажды все будет делаться быстрее из колес. У нас один из ребят вот на программе недавно спрашивал, можно ли объединить виртуальную реальность и data journalism. Я сказала, это нужно объединить, но пока никто не придумал, как это сделать хорошо. Ты придумаешь, ты будешь первый, все будут тебе подражать. Если правда придумают, это будет очень здорово. Сейчас я попробую чуть-чуть дополнить. Я просто скажу про... Вы говорите, если я правильно поняла, имеете в виду, что уже есть данные и в интернет-журналистике, и в тележурналистике. Да. Просто дело в том, что... Ладно, у дата-журналистики много определений, да, и я скажу те, на которых, по крайней мере, в научном обществе согласились. Есть такой Коддингтон, исследователь дата-журналистики, есть еще Алекс Ховард, который написал такой, как бы, как это сказать... канонический доклад «The Art and Science of Data-Driven Journalism» для TOW Center. И вот эти два определения очень похожи, и они, собственно, такие, что дата-журналистика — это сбор, анализ, обработка и публикация данных для создания истории. То есть имеется в виду, что данные, они подвергаются какой-то термической обработке самим журналистам. И в этом для меня ключевая разница просто статьи, в которой упомянута какая-то статистика, и дальше пошла статья. Или там три цифры, и все, да? Это именно переработка данных самим журналистом, у него изначально есть какая-то гипотеза, и этого я, честно, видела не так много, мне кажется, в этом и есть суть дата-журналистики. Вот. И просто один комментарий про VR. Был такой проект про тюрьму, клетку, как бы это... камеру заключенного, и этот проект такой тоже получил награды и так далее, и он был вот фактически на данных создан, но с использованием этих технологий. Но это тоже достаточно редкий продукт. То, что я видела остальное, были такие бантики, как вот, да, украшения. Вот. А как бы вы охарактеризовали сегодня дата-журнализм в России? На какой он стадии по сравнению с другими странами? Спасибо. Можно я начну, потому что мне очень хочется услышать, что думают коллеги, потому что у меня такое, как бы, заветное, что ли, исследование. Я в 2016 году, мне повезло, я уехала в Оксфорд делать исследование о развитии дата-журналистики в России. Ну, там есть такой Reuters Institute for Study of Journalism, подаешь туда proposal, если тебе одобряют, то ты едешь и делаешь какое-то исследование. Ну и с тех пор немножко продолжаю следить за этой темой. И, собственно, у меня была гипотеза, что данных очень много, да, но они как бы не используются. То есть я пыталась понять, в чем причина этого парадокса. Данные слишком плохие. Ну вот мы же только что слышали, что данных много, не всех, но финансовых прям реально много, да. Вот почему как бы не взлетает дата-журналистика, так как мы видим это в «Нью-Йорк Таймс» и «Гардиан» и прочих, да. Вот, и мне кажется, что есть какая-то российская лингвистическая модель журналистики, на текстах основанная, такая литературоведческая, и от этой модели очень не хочется
хочется уходить в первую очередь авторам, которые очень держатся за свой текст двумя руками, поэтому они не хотят раскрываться для того, чтобы это не я могу что-то придумать, а это в данных уже может что-то есть, и мне просто надо с кем-то сесть и это как бы найти. Это не я как бы напишу текст, а это я напишу часть смысла, а часть смысла мне сделает дата-визуализатор, и мы вместе это тоже придумаем. Вот этого я, мне кажется, из-за этого отчасти. Вот мы недавно совершенно встречались с коллегами, которые работают в Институте ЮНЕСКО, занимаются как раз медиаинформационной грамотностью. И они тоже говорили о том же самом, о том, что мы абсолютно текстоцентричны в нашей культуре. Для нас все воспринимается в смысле информации через текст. Да? И вот этот вот переход от того, что бывает гораздо больше в авторстве материала, чем просто написать текст, вот мы его, по-моему, тоже никак не совершим. И поэтому мне нравится, что у нас есть яркие такие вспышки, вот там то, что новая газета делает, например, совершенно замечательно, да, но мне кажется, как-то на более широком уровне вот как раз вот этого качественного перехода нет. Это прям, у меня такое ощущение, что Настя где-то мои мысли подслушала или знает, что я собираюсь сказать, и поэтому так и говорит, да. Но действительно, мы абсолютно текстоцентрированы вообще в восприятии медиа. Если вы посмотрите, несколько было разных проектов, когда людей на улицах просто опрашивали по разным городам и весям и спрашивали, что такое журналистика, и все начинали говорить о тексте. Спрашивали, что такое медиа, все начинали говорить о тексте, о том, что существуют какие-то новые уровни и вообще иные способы восприятия и подачи той же самой информации. К сожалению, очень мало кто в принципе говорит. Да, мне очень сложно как-то изнутри потока говорить, потому что мне кажется, что я вот как бы один из представителей дата-журналистики в России, как-то развиваюсь вместе с ней, поэтому мне очень сложно оценить ее уровень развития. То есть, вероятно, она развивается точно, то, что я сказал вот, по поводу даже самоопределения. То есть, потому что мы стали хотя бы говорить, что да, я дата-журналист, это уже хорошо, да, то есть хотя бы не появились. Вот. А что касается тех факторов, которые тормозят, это правда данные, то есть отчасти, потому что качественных датасетов в России ну, не так много, прям которые охватывают всю страну, например, их прям единицы, с которыми можно работать. Вот. И как бы не хватает людей. Опять же, да, чем больше людей, тем больше они распространяют свои идеи и так далее. Это как снежный ком такой накатывается, да, становится все их больше. Здравствуйте. Меня Константин Платонов зовут, СПБГУ. Мы хорошо делаем опросы у нас в ВУЗе, плохо очень пишем пресс-релизы. Отвратительно. Вот. Ну вот. А если пишем их не мы, то их пишут так, что данные потом не узнать. Вот. Я хотел спросить просто вот с точки зрения аналитической службы, как общаться с пресс-службой, да, чтобы найти вот этот баланс. Они считают, когда мы начинаем лезть в аналитическую статистику, что наши данные непонятные, а мы считаем, когда они нам говорят, оставьте только столбики и все, остальное нам непонятно. Мы считаем эти данные примитивными. Ну зачем? Да, то есть как бы. А что бы вы посоветовали в такой ситуации? Как общаться с пресс-службой? Сейчас скажу, коллеги, журналисты, простите, но журики обленились. Да, и хотят сразу все готовое. Поэтому я думаю, что поначалу вам надо приносить им все готовое. Надо прям приносить сразу три блюда. Вот смотрите, вот это вот уже отжатый сок из наших данных, вот он отдельно в стаканчике в ваших трех табличках, которые вы хотели. А вот есть способы это красиво показать на графике, смотрите, вот мы вам нарисовали. А вот это вот те данные, которые можно говорить пошире, они как раз вот эти вот все рюши вокруг вот этого вот стаканчика с соком, а вот еще булочки по краям, это все наши данные, которые есть. Потому что в любом случае здорово давать данные, которые в какой-то контекст живой человеческий помещены, вот эта выжимка, да, и давать возможность тем, кто хочет посмотреть на весь большой датасет, почему нет. Вот. Но я боюсь, что поначалу работу за журналистов придется делать вам самим. Потому что если люди не готовы к тому, чтобы с этим работать, просто тем, что вы принесли им классные данные, к сожалению, по-моему, их не сдвинуть. Я в этом смысле крайне пессимистично вообще смотрю на человечество. Да? Вот. Поэтому мне кажется, что здесь вот такой вот подход. Мы сделали за вас эту работу, вот в самой вкусняшке, вот все самое вот большое, на что можно поставить ссылочки. Вот мы выложили, куда можно ставить ссылочки. Вот. Ну, я бы, по крайней мере, начала с этого. А дальше уже вопрос образования и взаимодействия на сложившейся какой-то основе постоянного общения. Когда давайте мы вам расскажем больше. Ну, вот тут, вот, к сожалению, вот эти вот манипуляторные приемы всяческие, которые там мамы по отношению к детям используют и так далее. Я еще добавлю про возможности, которые предоставляет просто диалог
вот, людей, которые предоставляют данные, и людей, которые используют данные. Да? И таких площадок для диалога, таких вот возможностей должно быть, на мой взгляд, больше. Да, да, то есть мы пытаемся иногда организовывать диалоги между там нацстаткомитетом, например, и журналистами. Они сами проводят, даже у них есть там ежемесячные встречи. И бывает, ты приходишь, значит, нацстатком там что-то выкладывает, а журналисты такие, типа, зачем нам все эти цифры, просто скажите, что писать. Вот, и да, но при этом там хотя бы в аудитории кто-то сидит, который понимает уже, что зачем эти цифры, и он такой, типа, не согласен с журналистами, хочет делать правильно. И чем больше у нас в этой тусовке появится людей, которые понимают, как это делать, тем лучше. И тогда тем, кто ленится, им станет стыдно, и они уже не смогут работать так, как раньше. Вот. Я всегда первый самый урок дата-журналистики я начинаю с того, что показываю какой-нибудь пресс-релиз и спрашиваю, как вы думаете, ну вот под каким заголовком он вышел, например. Он, как правило, под таким же, собственно, заголовком вышел, да, там сразу раз в 10 СМИ. Вот. И когда журналисты пытаются проявить фантазию, еще только хуже получается. Там был у нас, значит, ЮНИСЕФ, что-то типа там Кыргызстан поднялся вот на такую-то позицию в, значит, в показателях детской смертности. Кто-то, значит, думал-думал и написал: «Кыргызстан показал лучшие результаты в Центральной Азии по детской смертности». Вот. Ну, и мы начинаем говорить о том, как вы думаете, какие здесь на самом деле истории скрываются, чего можно было бы сделать и так далее. То есть показываешь, что возможно, и делаешь крутые штуки, чтобы другим стало завидно. Вот. Да, я согласен с тем, что многие журналисты ленятся, правда, ленятся искать новости. И мне кажется, это все-таки со стороны журналистов. Это он же журналист должен интересоваться всем, он должен глаза гореть, типа ему хочется разобраться во всем. То есть даже в вашем пресс-релизе, да, то есть если он не понимает, он вас спросит, он вам позвонит, да, если журналист действительно толковый, действительно стоящий, он выяснит. Вот. И как раз задача журналиста подружить ваш отчет непонятный с понятным мессенджером аудитории, да, и превратить его во что-то. Да, и это тоже как бы такой скорее базовый журналистский скилл, чем скилл дата-журнализм. Здравствуйте, меня зовут Денис. Хотел задать такой вопрос, наверное, сразу даже два вопроса. Если вы говорите о том, что классические журналисты, скажем так, подстраивают, да, данные, которые для своей истории, то, я так понимаю, дата-журналистика, я имею в виду подстраивать данные, то есть визуализацию и статистику. То дата-журналистика, она ищет истории в данных, это раз. И второй вопрос. У нас, к сожалению, не так много данных. К сожалению, это так. Допустим, по всей России открытых данных, даже возрастного состава по населенным пунктам у нас отсутствует. Как в такой ситуации вы обходитесь? Что вы используете? Да, спасибо за вопрос. Во-первых, мы, да, правда, ничего не подстраиваем вроде как. Ну, то есть вы имели сказать, что мы просто описываем статистику и все. То есть мы не делаем из этого историю какую-то. Но это, опять же, к вопросу о том, как развивать, да, вот это data story, data storytelling. То есть мы должны это подружить и сделать истории. И это высокое искусство, на самом деле, потому что нужно обладать и навыками журналиста обычного, хорошими, да, навыками рассказчика, и при этом еще эти цифры хорошо рассказать. Вот. А что касается по поводу того, что нет данных, не знаю, вот я жил в Петербурге долгое время, и там есть портал открытых данных. И я просто открыл и начал делать материал по каждому датасету. Ну, просто брал, и вот то, с чего я начинал. И с каждого датасета я что-то старался достать. И в итоге там получилось материалов 10. До этого эти данные просто лежали, их никто не брал. То есть казалось, вроде как бы их нет, но при этом они есть, никто просто в них не копался, скажем так. Да. То есть поэтому... Надо работать с тем, что есть, а со временем это придет. Ну, то есть все то, что мы делаем, в том числе дни открытых данных, да, говорим о публичности, то есть данных станет больше. Сейчас можно просто тренироваться на тем, что есть, а этого будет больше, и мы сможем делать больше гораздо историй. Ну, а кроме того, никто же не запретит вам обращаться к владельцам данных, потому что данные-то открытые собирают не только всякие госструктуры, но и всяческие НКО, и всяческие благотворительные организации и так далее. А они, в общем, рады, когда о них что-нибудь пишут. Когда есть какие-то истории, большинство из них эти данные готовы предоставлять, и почему бы не общаться с ними? Они тоже вас не остановят в этом благом деле. Вячеслав, университет геодезии и картографии. Вы как раз сказали, что вот данных нет, с данными сложно работать. Можете назвать топ-3 данных? Я вот, ну, про то, что как сегодня обсуждали в дискуссии. Можете назвать топ-3 данных, которые вот необходимы сейчас журналистам, которые вот интересные и вкусные?
Шима. И прямо как у Дудя сейчас сижу. Топ-3. То есть у всех разные интересы, правда, и каждый хочет своего. То есть кто хочет какую, кто хочет о чем-то рассказывать, тот те и данные будет лоббировать. Хорошо, уточню с географической привязкой. Не влияет на историю, географическая привязка, она есть или нет. То есть, не знаю, мой топ-3, например, это данные преступности, которых нету, да, к сожалению. Данные, например, о тюрьмах, которых тоже нет в открытом доступе. То есть даже о численности заключенных очень сложно получить данные. Вот, и топ-3, чтобы еще такой один остался. Так, я что-нибудь сейчас придумаю. И, допустим... И пусть это будет публичная отчетность госкомпании, например, прям подробная. То есть то, что они спонсируют, скажем так. Ну, вот, например, я разбирался там с Алыми парусами, да, в праздник как в Петербурге, и информация об его спонсировании засекречена уже 10 лет. Это Банк России спонсирует. Вот, и сколько они туда вливают, непонятно. Например, я бы хотел узнать. Вот. Нет, ну правда, это вообще вопрос тех тем, которым вы занимаетесь. Я глубоко убеждена, что если ты являешься абсолютным профаном в какой-то теме, сколько тебе данных не дай, тему ты профокапишь просто с летающими флагами, потому что ты не поймешь, как это привязывается к реальной жизни и как с этим работает. Поэтому у каждого свои какие-то сферы компетенции, знания, и кто-то просто всех собак съел на спортивных данных, умеет работать с этим. Да, это началось, правда, с игрух, со всяких там фэнтези-лиг и всего прочего. Да? Но смотрите, к какому классному представлению данных там в тех же спортивных эфирах это привело. Да? Вот. А кто-то увлекается там исключительно вопросами экологии или благотворительности. Поэтому не бывает такого топ-3 вообще в среднем по больнице. Да? Но просто дело в том, что все равно сфера компетенции у каждого журналиста какая-то своя есть более-менее специализация. Но, по крайней мере, в идеальном случае, да, когда тебе не приходится одному делать сразу все, что скажет тебе редактор. Вот. Мы понимаем, что это реалистичная история, когда на тебя наваливают любую работу, и тебе приходится быть суперпрофессиональным дилетантом, вот. Но вообще в идеале, конечно, иметь какие-то достаточные знания для того, чтобы хотя бы оценить, эти данные корректно были собраны, есть ли в них какая-нибудь настоящая вот прям беда, проблема, или действительно есть с чем работать. Вот. Поэтому, не знаю, не могу ответить иначе на ваш вопрос. Тоже попробую на этот сложный вопрос. Мне понравилось, как сегодня, когда Иван открывал мероприятие, он такой: какие вам нужны данные? И все такие: актуальные, да, хорошие. Он ждал тем, по-моему, да, как раз. Он ждал типа качество жизни, экологию, там, ЕГЭ и прочее. Вот. И явно для него это вот топ-3, да, то есть данные о нас с вами, что, собственно, мне кажется, для дата-журналистики это такой просто кладезь, знаете, найти истории в самых... непредвещающих данных, да, то есть это не данные о владельцах, не данные о каких-то затратах и прочее, не закупки, а именно просто данные про нас с вами, и из этого потрясающие истории выходят на Западе, как мы знаем. Вот. А еще просто скажу два таких момента. Во-первых, формат данных, да, то есть возвращаясь к тому, что выкрикивали люди Ивану, когда он ждал других ответов, данные должны быть действительно хорошими, чистыми в этом смысле. То есть нам очень часто приходится просто скрейпить PDF и обратно его чистить, хотя он изначально такой и был. Просто они его засунули в PDF и все там исправили. Да, да. Вот. А второе еще вещь такая, что очень часто проблемы, которые становятся актуальными, ну, например, насилие в отношении детей. Сейчас такая вот проблема в Кыргызстане идет, что особенно дети часто растут в неполных семьях, там родители на заработках, и, в общем, все это так печально в СМИ проявляется, но при этом просто не собираются хорошие данные об этом, чтобы сделать дату истории. У нас нету просто возможности, поэтому это нужно начать. Начинается вопрос, а какие данные нужны, чтобы эту проблему решить вообще, даже и не только дата-журналистику, саму проблему. Олега Третьякова, паблик «Типичный Екатеринбург». Вопрос по данным, которые предоставляются в виде результатов опросов. Мне кажется, есть очень большая проблема с тем, что очень малую выборку предоставляют авторы опросов. Это может быть какой-нибудь опрос на серьезную тему, где всего 500 тысяч респондентов, непонятно, какого они пола, возраста и так далее. А можете сказать, есть ли какая-то у нас вообще... Нет. Сейчас.
Ну, как-то опросники, те, которые проводят опросы, по идее, должны придерживаться большой выборки. Но они этого не делают, и как вы вообще сами справляетесь с этими проблемами? Какой вы считаете, опрос стоит вообще рассматривать или не заниматься им? И стремятся ли авторы опросов к тому, чтобы увеличивать выборку? Да. Да-да-да. Ну, то есть это очень хороший вопрос и относится к такому навыку, как data literacy. Да, мы что-то про него не сказали, а вот тоже очень-очень важный навык. Навык вообще работать с вторичными, в том числе, источниками информации, да, то есть не с первичными данными, а кто-то их уже немножко обработал. И тут важно понимание статистики, во-первых, как работает выборка, да, какой ее объем является репрезентативным, но также были ли там наводящие вопросы, типа синий этот цвет характеризуется сумасшествием, какой ваш любимый цвет, типа такого, да, то есть это все журналист должен уметь читать, и он, когда открывает любой отчет, он должен сразу же идти на страницу методологии, на самом деле. И мы этому учим, у нас есть, вот, ну, как бы в моем курсе, часть — это просто верификация данных и поиск. У нас там есть такое, например, домашнее задание, типа найдите один опрос, которому вы доверяете, и один опрос, которому вы не доверяете, потом долго обсуждаем, почему. Вот. И еще мне очень нравится, когда вот, когда мне нужно сделать проект со студентами, и я им говорю, ну вот придумайте проекты, на каких данных. Они такие, мы сделаем опрос. Я им такая, вперед, ребят. Вот. И как бы объясняешь, что типа это очень сложно, очень дорогостоящее, и тогда, в общем, они начинают, мне кажется, серьезнее относиться к опросам. Ну и что касается качества опросов, обратите внимание, вот большинство из них, к несчастью, крайне манипулятивны. И ответы, вопросы строятся таким образом, чтобы специально минимизировать какое-то количество ответов, к этому тоже относиться надо с таким настолько критическим подходом. Нет ничего более странного вот с точки зрения именно отношения в данных, чем результаты опросов. И поэтому всегда не смотрим и методологию, и то, как были конкретно сформулированы вопросы. Потому что очень часто, когда мы видим результаты где-то опубликованные, публикуют ответы, но не публикуют вопросы целиком. Обратите внимание, так очень часто бывает. И потом ты начинаешь смотреть на то, какие вопросы были поставлены, и ты начинаешь понимать, что человек просто отвечал как-нибудь по-другому для того, чтобы не выглядеть дураком, ответив так, как вроде бы надо бы. Да, поэтому тут тоже такой момент. Вообще к этим данным надо относиться с исключительной критичностью. Я согласен. Полностью согласен с коллегами. Давайте сейчас расскажу вам страшную тайну. Я работаю на телеканале Rush Today последние 13,5, скоро 14 лет, вот с момента его основания. И какое-то время я там руководила и службой IT, и дирекцией IT. И сейчас там являюсь советником по IT у генерального директора. Я хочу сказать, что вскрыть нас пытаются постоянно и все, как и любую другую контору. Потому что любое количество любых данных, какой угодно сферы персонификации или какого угодно категории персонифицированности и какой угодно там конфиденциальности, их всегда будут пытаться вскрыть. Это обычная история. Если вы вдруг работаете в медиа, понятно, вы все время находитесь в вот этой публичной сфере, вы все время на глазу, найдется какой-нибудь человек, кто-то за деньги, кто-то просто из очень крепкой идеологической убежденности будет пытаться подлезть. Поэтому, да, одна из очень серьезных трат любых медиа — это на умение защиты данных. И поэтому защита информации и data management — это те вещи, которые у любого человека, занимающегося журналистикой с приложением любых технологий, да, они должны быть не просто выучены, они должны быть уже на уровне рефлекса. Вот. Это прям совершенно точно. Я, кстати, как-то ради интереса пыталась посчитать, сколько раз, насколько это был дикий месяц, нас постоянно пытались подедосить. Я так подедосил и бросил. Ну, такие вот были ребята, да. И я как-то села посчитать, сколько стоят вот эти вот атаки, потому что у нас же был специальный сборничек, он все посчитал, вот сколько было каких запросов и так далее. И я вдруг поняла, что есть какие-то богатые люди, которым просто некуда девать деньги. Потому что исключительно там сумма с 8 нулями в долларах меня, конечно, впечатлила, да. Ну, в общем, кому-то было сильно-сильно вот не в моготу, что мы работаем. Скажите, вот сегодня мы говорили про литературоцентричность российской журналистики, да, тексты центричность, да.
Скажите, а что, может быть, нужно сделать вот, в классических вузах, которые готовят журналистов, или, я не знаю, многие редакции зачастую лучше возьмут филологов, да, гуманитариев таких. И вообще, стоит ли делать это? Может быть, у нас журналистика так и останется, такой вот текстоцентричный, а дата-журналистика будет немножко такой, в хорошем смысле, маргинальной, ну, так, для гиков, там, может, она так и останется. И второй вопрос. Я маргинал, я знаю Excel, прям футболку надо такую сделать, да? Нет, ну серьезно, допустим, киньте. Вот второй вопрос у меня был про какие-то примеры в России региональной, да, журналистики, потому что региональные редакции, это, ну сами понимаете, они возрастные, и люди зачастую, ну там, с трудом вообще с компьютером общаются, да? Какой уж там Excel-то? Насчет текстоцентричности, да? Мне кажется, ваш вопрос, он уходит в актуальность университетского образования журналистики, который на самом деле еще до появления дата-журналистики существовал. Да, я когда заканчивала журфак, появилась статья «Факультет ненужных вещей» в «Русском репортере», по-моему. Все очень долго возмущались, там, плакали, короче, ругались и так далее. Вот. И действительно, нам как бы нужно, наверное, пересмотреть или уже сказать, что мы вот Россия, мы идем своим путем, у нас журналистика — это часть литературы или что-то такое. Да? То есть потому что так как это преподается, ну ладно, я в далеком году заканчивала, в 2009, там было очень много литературы, о чем я не жалею, но мало было навыков. Вот, технических. И, насколько я знаю, в Америке и других странах это просто ремесло, как правило. То есть такая школа, на самом деле, журналистики, а не университет фактически. И там это все преподается в формате лабораторий каких-то и так далее. Да? Вот, и, может быть, мне кажется, просто если это пересматривать, то нужно целиком пересматривать даже не дата-журналистику, а просто как нам преподавать в вузах дата, просто журналистику. Вот. На этот вопрос ответить я не в силах. Вот. Но мне кажется, что там, возможно, какое-то государственно-частное партнерство или какие-то вот коллаборации точно там СМИ с вузом, да, например, чтобы параллельно эти СМИ себе растили кадры. Мне это так видится. По крайней мере, мы хотим такую модель в Кыргызстане тоже попробовать. Вот. Второй ваш вопрос можете напомнить? А про региональный, да? Вот, можно я... Сори, я все про Кыргызстан свой. Тоже у нас была такая голубая мечта, тоже завтра о ней поговорю, чтобы дата-журналистика не была элитарным искусством, потому что она, если нужна, то она в первую очередь нужна в регионах, где там нужно как бы повышать качество жизни и так далее. Вот. И мы пытались развить там дата-журналистику и поняли, что с одной стороны прикольно, когда реально уже все там регионы в курсе, что есть такая вещь, как дата-журналистика. С другой, там надо все-таки начинать с компьютерной грамотности, а это тоже должны делать не мы, а какие-то другие игроки на рынке. И, наверное, вы больше знаете про то, как это в России. Я так, к сожалению, все мое точно англоязычное. Я так смотрю просто в силу специфики работы. Но, кстати, по образованию. Вот скажу тоже из опыта. Да? Ребята заканчивают школу телевидения здесь, в хорошем вузе в России. Ребята приезжали к нам на работу. Понятно, мы нейтивс нанимаем много из разных культур, стран и так далее. Приезжают ребята из Кардиффа. Вот только-только заканчивали университет. 4 года отучились в Кардиффе на журналистику. Они едут на съемки, и человек для наговора камеру поворачивает на бок, чтобы наговориться на камеру, и чтобы монтажер сразу знал, что это наговор, а не картинка. Он просто положил камеру на бок, как нормальный человек делает. Моментально, не включая звук, можно было по картинке сказать, что снимал человек с другим образованием, практико-ориентированным образованием, а не теорией телевидения на 1,5 семестра. Понимаете? Вот. И поэтому, мне кажется, прелесть академического образования для журналистики не всегда работает. Журналистика — это все равно набор навыков. Теорию можно выучить за 3 месяца. Нормальные люди так и делают. А дальше все наработка, 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 практика, бег по граблям для того, чтобы потом эти грабли не становились спортивными с резиновой ручкой, на которой ты ходишь постоянно, да, для того, чтобы это появлялось какое-то количество навыков, как обходить проблемы, как находить решения, как работать с самыми разными материалами и в разной среде.
И однажды, мне кажется, что все-таки индустрия перестанет создавать собственные школы. Ведь почему там у Коммерсанта своя школа, у РТ своя школа, там, у медиапроектов Mail.ru своя школа, у всех своя школа, потому что мы понимаем, что те ребята, которые потратили 20% своей жизни на 4 года бакалавриата по журналистике, не знают того, что нужно в живом, настоящем, действительно работающем ньюсруме, потому что они читали теорию, но они не занимались практикой. Может быть, какой-то момент наступит, когда будет происходить так, как должно происходить. Индустрия делает образовательный заказ. То есть индустрия диктует, что именно должно быть в этом стандарте, какие должны быть навыки, и это как-то постоянно обновляется, и люди, приходящие оттуда, они соответствуют не представлениям академических советов или там каких-нибудь ученых больших с именем, а непосредственному запросу индустрии. Я надеюсь, что так и будет происходить, и что будет больше именно практики в университетах, именно вот с подачи тех, кому потом эти люди, собственно, в штат себе и нужны. Вот. А по поводу даты журналистики в регионах, к сожалению, ничего не скажу, но вот есть один прекрасный пример того, как ребята при помощи технологии вытащили газету в Дагестане. Они перестали печатать статью целиком и перестали печатать картинки, а стали делать QR-коды, по которым были видео, которые были добавлены и так далее. То есть они фактически сделали бумажную интерактивную газету. И это было очень здорово. У них тираж вырос прям очень хорошо. Да, вот по поводу того текстоцентричной журналистики, да, мне кажется, что все равно надо думать про цель. То есть мы как бы журналисты, и мы занимаемся весьма понятным делом. Мы доносим до читателя некую историю, да, которая либо меняет его мнение, либо подталкивает к какому-то действию. Вот, и здесь важно быть толерантным к методам. Да, то есть и продвигать это, если это в редакциях, то есть, ну, если в редакции принят текст, то почему нельзя сменить язык, почему нельзя сделать это визуально, если вы это умеете, если вы это можете. То есть и всегда быть открытым к новым методам, потому что дата-журналистика — это все-таки некий метод, альтернативный метод, да, добычи там инсайтов или подачи материала. Вот, это, наверное, к вопросу про текстоцентричность. А к вопросу про регионы. Проблема есть такая, в России очень большая страна, правда. То есть очень много регионов, и я общался с коллегами из более маленьких стран, например, СНГ, и у них все проще. Ну, то есть там три района страны, и ты там, ну, эти все отделения статистики, они на виду, их можно прям объехать на машине, не знаю, условно. А в России все настолько сложно, все настолько по-разному организовано, что попытка даже Росстат, я знаю, что давно хочет сделать какую-то датавист-платформу вот со всеми данными. Вот сделали какую-то кустарную, ребята, вот я знаю, но какой-то адекватной официальной платформы нет. То есть до сих пор данные очень разрознены, и я не уверен, что все до конца понимают, что с ними вообще происходит. Вот. Это части связано просто с большой стороной. Вот. Поэтому, скорее всего, все пока держится на каких-то дата-энтузиастах, и надо максимум вытаскивать из того, что есть. То есть какие данные есть, теми пока и работать. И опять же ждать и стараться. Вот. У нас есть еще время для одного вопроса, если у вас есть. Кто этот последний герой? Соцсети, давайте. Расскажи. Что соцсети? Ну, сейчас многие журналисты ударились с МММ, прям плотником, отрядом ударились. Но это же не дата. Может, под эту журналистику вопрос? Я тоже думаю, что это вопрос скорее не про тему нашей дискуссии, тема для отдельного разговора. А можно еще немножко про социологию, и раз уж заговорили об этом? Мы пишем заготовку пресс-релиза. В нашем пресс-релизе есть погрешность. Почему вы до сих пор пишете пресс-релизы? Потому что если нас напишет наша служба по отчету, она напишет такое, что будет некорректно. С точки зрения социологии к нам будут претензии. Так вот, в нашем тексте 6 равно 9, потому что есть 3% погрешность при тысячной выборке при телефонном опросе. Вот. И мы пишем, исходя из этого, потому что есть погрешность, и это правильно и хорошо. Нужно всегда учитывать погрешность. Когда они это видят, они говорят, нет, 6 не равно 9. Мы пишем тексты для людей, и у нас 9 больше, чем 6. А как решать эту проблему? Да? То есть статистическая погрешность, она важна, ее нужно учитывать, но когда мы пишем текст для людей, мы не можем о ней говорить почему-то. Есть такой чудесный жанр, называется объяснительная журналистика. Он чудесно работает. Более того, то, что делается в объяснительной журналистике, это ваша вечно зеленая консерва, которая у вас будет жить веки. И вы можете сделать заготовки для таких случаев и прикреплять их там
вот это прям работа, оно для этого и было придумано. А кроме того, вот о чем говорила Настасья, да, это же площадки для обучения, площадки для общения, для того, чтобы вы могли дополнительно всякими способами рассказывать про какие-то вещи, да, для того, чтобы те люди, от которых зависит качество вашей информации, представленной публике, вообще как-то начинали интересоваться, понимать, что это такое, да, начинали в этом разбираться. Там же у вас какой-то более-менее постоянный, наверное, состав и более-менее постоянная процедура взаимодействия, да? Ну, так добавьте огня. Я добавлю про погрешности. Это тоже часть вот этой data literacy, о которой мы говорили, и в том числе, как это правильно объяснять своему читателю. Да? И там, в частности, на Западе с этим столкнулись, когда очень много опросов они публиковали перед выборами про Трампа и Клинтон, и потом выяснилось, что они не до конца правильно тоже интерпретировали, из-за этого, возможно, всех смутили, очень тоже стыдились по этому поводу. И потом появилось много материалов, как нужно на самом деле рассказывать про погрешность, когда ты журналист, да? Что нужно на графике нарисовать не линию, а линию, но еще сверху как бы верхний предел погрешности, снизу нижний предел погрешности и все такое. Вот. И, конечно, не у всех есть это время и возможность такую штучку рисовать, да? Вот. Но тут еще нужно поступательно, наверное, двигаться, чтобы вместе с аудиторией как-то к этому идти. Если, я имею в виду запрос, если важно это объяснить, что это на самом деле не там 7,5, а это либо 6, либо 9, и тогда нужно это объяснять. Если это что-то такое среднее, то, может быть, не стоит вообще на этом заострять. И я еще хотела сказать про диаграмму рассеяния. Может быть, это ваш следующий вопрос? Вот, просто у меня была мечта опубликовать в СМИ диаграмму рассеяния. Это, знаете, такое по-английски scatterplot называется, когда у тебя по одной оси и по другой показатели. Ну и точки, они обозначают зависимость как бы одного показателя от другого. Если они там в линию выстраиваются, то зависимость есть. Вот. И мы долго, значит, думали, как сделать ее наиболее понятной. Там еще подписали везде, там в нижнем углу, там, смотрите, тут у нас бедные и там с неравенством. В верхнем углу, смотрите, тут у нас богатые с равенством. Но в итоге все-таки на последнем круге финальной, значит, редакционной правки кто-то еще сказал, что ему ничего не понятно, и ее тоже с позором изгнали из материала. То есть, возможно, и не нужно что-то такое усложнять. Насколько я знаю, New York Times тоже проводили анализ, как читатель воспринимает информацию. Да, и они тоже отказались от скеттерплотов. Хотя, казалось бы, так клево и так умно, вот. Да, бар-чарт наше все. Вот соглашусь с коллегами, что, правда, надо попробовать делать какие-то шаблонные решения, шаблонные решения в плане таких объяснялок готовых по каждому пункту. Да-да-да. Да-да-да. То есть всегда письмо шаблонное, у него в конце такой подвальчик, в котором все описано. Вот. И, наверное, это, скорее всего, это поможет взаимодействию. И, кроме того, можно делать это customer development. То есть ставить одного журналиста, да, идете с ним в бар и объясняете, что вот это вот так вот. Понятно, нет? Да, и то есть, да, и мы там меняем что-то, да, и то есть так можно выработать как раз эти шаблоны, да, вот эти карточки, которые будут понятны, и при рассылке массовой они будут работать. Вот, на этой ноте мы с вами, наверное, закончим нашу дискуссию. Вот, я думаю, что она была продуктивна, надеюсь, для вас это было полезной. Вот сейчас у нас обед, и после обеда у нас будет Максим из Яндекса объяснять, как найти историю в данных.